Юные почитатели искусства вновь собрались на ежегодный концерт детской филармонии с поэтическим названием «Зимние забавы», который состоялся в детской школе искусств города Видное. Учитывая большой интерес публики к данному событию, в этом году мероприятие прошло на большой сцене и получило совершенно новый размах. Для чего сделан этот концерт? Конечно, для того, чтобы привлечь контингент в нашу школу искусств, чтобы дети приходили к нам учиться. Зрители смогли познакомиться со всем многообразием музыкальных инструментов, от гитары, балалайки или аккордеона до ксилофона и домры. Но кроме инструментальных номеров, зрители ожидали и вокальные исполнения. Даша Кислицкая еще даже не пошла в первый класс, но о выступлении на сцене знает не понаслышке. За спиной десятки побед на российских и международных конкурсах. А недавно Даша успела стать участницей известного телевизионного конкурса «Утренняя звезда» и выступить на сцене концертного зала «Россия». Хотя вокалом интересы Даши не ограничиваются. Я занимаюсь театром, я еще хожу на вокал. И я еще хожу на танцы, и на фортепиано, и еще на сольфеджио. Мне нравится петь, мне нравится, я получаю от этого удовольствие. Стоит отметить, что в этом году концерт в формате большого зала дал возможность показать свое мастерство также и отделению хореографии. Тем самым зрители могли погрузиться в сказочный и удивительный мир русского классического балета в исполнении Дарьи Барковой. Я хочу сказать так, что это очень важно, а самое главное, что это нужно. Нужно для наших юных зрителей, которые приходят, и посмотреть на своих сверстников, которые в их же возрасте уже умеют играть на инструменте, танцевать, петь. Поэтому это очень важно, чтобы они увидели все. И хореографию, игру на музыкальном инструменте, и, конечно, хор. Хор занял особое место в концерте и стал завершающим аккордом встречи зрителей с музыкой, поражая своим многоголосием, создавая единый слаженный механизм. Мне интересно то, что мы разучиваем разные песни, и мне интересны слова и музыка. Главное, чтобы хорошо петь и был унисон. А унисон – это когда все вместе поют, и все это созвучно. По заверению организаторов проекта, детская филармония обещает удивить гостей школы искусств новыми и интересными выступлениями уже в следующем месяце. Алексей Мельников, Алексей Руднев, Сергей Ларин, Видное ТВ.